Dubai Eye – самое большое в мире колесо обозрения. Но это совсем не то, что мы обычно представляем, когда говорим о колесах обозрения. Dubai Eye не просто бьет все предыдущие рекорды, но и бьет рекорды на десятилетия вперед. И прежде чем посмотреть на Dubai Eye, давайте посмотрим на тех, кого Dubai Eye оставил навсегда позади. Итак, пьедестал победителей прошлых лет, и третье место мы отдаем звезде Нячанга, Китай. Это колесо 160 метров, открылось на 2006 году, и с 2006 по 2008 год это было самое большое колесо обозрения в мире. Сингапур Flyer. Поистине потрясающий вид открывается с этого колеса обозрения. В общем-то, оно у нас 165 метров, классная подсветка, в 2008 году открылось, с 2008 по 2014 это было самое большое и самое крутое колесо обозрения в мире. И High Roller в Соединенных Государствах Америки. Оно у нас получается 167,6 метров. С 2014 года это было самое большое в мире колесо обозрения. В общем-то, это пьедестал рекордсменов прошлых лет. Ай Дубай, глаз Дубая, 210 метров высота колеса обозрения. Мы сейчас находимся в одной из четырех опорных ног этого колеса обозрения диаметром 6,5 метров. Представляете себе размер, более того, длина 126 метров, и каждый из них может вместить 15 лондонских автобусов. Сейчас мы видим процесс установки данных опорных ног. И этот процесс поистине впечатляет, как и виды вокруг. Кстати, во время строительства уже вы можете видеть, что совершенно потрясающие виды открываются. А внутри этого механизма особая амортизационная система, которая будет оберегать колесо обозрения от сильного ветра. В общем-то, каждый из кранов на ваших глазах может поднять до 3000 тонн. Так что не только сама конструкция впечатляет, но и то оборудование, которое используется в процессе его монтажа. В общем-то, виды и сейчас нереальные, а будут еще лучше, так как стройка идет и не прекращается, не только колеса обозрения, но и все инфраструктуры вокруг. Единицы компаний в мире способны построить данный проект. Будем надеяться, что у компании Мирос все получится, как Экспо-2020 объект будет открыт, сдан в эксплуатацию и станет главным аттракционом Экспо-2020, того события, которое изменит мир, и ссылку о котором вы найдете под данным видео. Ну и переходим к обозрению непосредственно самого колеса. И вот обратите внимание на спицы, они настолько тонкие, что казалось даже, что небеса вертят эту конструкцию массой в 9000 тонн. Это сравнимо с 16 самолетами Airbus. Ну и капсулы, конечно, небывалые роскоши будут, и где можно будет отпраздновать, провести семейный ужин, торжество, бизнес-встречу, свидание. В общем-то, самые значительные события в жизни становятся еще более значительными, если они проходят в Ай Дубай. Ну, сами можете все это прекрасно лицезреть. И лицезреть могут на 360 градусов посетители колеса обозрения, красоты Эмирата Дубай и все, что будет сделано к Экспо-2020. В любое время суток колесо обозрения будет дарить восторг, будет дарить невероятные виды. И обратите внимание, на посредине колеса обозрения будет размещен жидкокристаллический монитор, на котором можно будет транслировать что-то в контексте проводимых в Дубае мероприятий, рекламу, конечно же. Уверен, что портреты королевской семьи мы там увидим. Ну и, конечно, невероятные просто и фейерверки можно будет посмотреть. Ну, Ай Дубай. Слов нет, одни только ему. Ну а это одно из последних видео, так называемый руфер, либо человек, который думает, что у него 7 жизней, пробрался таки на недостроенное колесо обозрения и показывает нам, конечно, помимо полного отсутствия у себя головного мозга, еще и невероятные красоты Эмирата Дубай, которые уже можно наблюдать. Я надеюсь, что видео было интересным, мои контакты будут в описании, я буду рад любому бизнес-сотрудничеству в Эмиратах, и внизу же будет несколько очень интересных ссылок. Пока!